Пока не пришли белые, они никогда не болели. Никогда. А это что такое? Все юные воины в Ачате должны 5 дней сохранять равновесие и твердость духа. Маленькое землетрясение. Давайте познакомимся с вождем. О, боже. Кажется, вы очень понравились вождю. У Ачате плевок – признак высшего расположения. Правда? А это сын вождя Ауда. Ты мне нравишься? Да, я пользуюсь популярностью. Сейчас я покажу им свою любовь.